Приветствую вас, дорогие друзья и коллеги по хобби. Сегодня хочу сделать небольшой обзорчик и показать продукцию, которая буквально недавно появилась на рынке, появилась в продаже, продукция фирмы Model Lab. Спасибо большое интернет-магазину «Я моделист» за то, что предоставили партнерскую помощь каналу в виде такой химии. Что она включает в себя? Включает в себя эффекты, фильтры, смывки и также фиксаторы для пигментов. Все очень разнообразно, разная цветовая палитра. Очень заинтересовали меня вот такие вот эффекты. Эффект засохшая светлая грязь. Эффект осенняя слякоть, эффект ржавчина застарелая, тоже такой интересный эффект дорожная темная грязь. Все это можно перемешивать друг с другом, мешать как вам нравится и использовать на моделях. Также интересная палитра цветов пигментов. Тоже такие нужные пигменты, как ржавчина коричневая, пигмент дорожная серая пыль, пыль светлая уличная, пигмент городские руины, коричневая русская земля, темная русская земля, ну и фиксаторы для пигментов. Все это сейчас попробуем, посмотрим примерно, как это все выглядит. Возьму недавнюю кошку, на которой пробовал недавно аэрограф Inkit, который мне очень понравился, недавнее мое приобретение. Ну вот, сейчас посмотрим эффект засохшая светлая грязь. Полная баночка. Вот так он выглядит. Сейчас попробуем нанести на модель. Ну и пусть немножко просохнет. На колесе. Также эту жидкость можно наносить с аэрографа. Я сейчас хочу попробовать запылить королевский тигр и заодно и протестировать. Попробуем эффект осенняя слякоть. Продукции приятный запах. Пахнет такой небольшой ванилькой. Вот. Сейчас попробую смешать с этим пигментом, с этим эффектом, со светлой грязью. Приятная цветовая гамма и похоже вот на грязь, на слякоть. Баночки закручиваются до щелчка. Так, попробуем эффект ржавчины. Ржавчина застарелая.
хорошо наносить на выхлопные патрубки. Вот. Пусть подсыхает. Попробую протереть white спиритом. Эффект дорожная темная грязь. Заодно посмотрим, как сохнет, сколько время понадобится на просушку. Вот эффекты мы попробовали. Сейчас попробуем пигмент. Пыль светлая, уличная. Вот так в баночке насыпано. Почти по емкость банки. Немножко комочками. Ну, попробуем сейчас нанести на модель. Как видите, очень хорошо втирается. Попробуем пальцем. Пальцем не стирается. Мне уже нравится, как он хорошо ложится. Посмотрим. Сейчас нанесем сверху еще несколько пигментов. Нанесем пигмент «Темная русская земля». Его надо немножко перетрясти, потому что как бы комочки крупноваты, но растираются они очень хорошо. И попробуем пигмент «Дорожная серая пыль». Сейчас попробуем потрясти пигмент «Дорожная серая пыль». Такой цвет. Цвета очень интересные, приятные. Отдельно. Сейчас в этом месте попробую так вот его нанести. Немножко. Кидаем. И протестируем
фиксер. Фиксер специальный для пигментов. Фиксер растворяет пигмент. Подождем его высыхания. Также попробую нанести сюда фиксер пожиже. Так, сейчас на него посыпем пигмент. Такой приятный запах. Не сильно, не резкие, а легкие, приятные запахи у продукции. Да, пигмент вообще как-то ванилькой пахнет. Посмотрим, как пигмент будет держаться. Подсохнет, разотрем, посмотрим, что получится. Так, пигмент. Адские руины сейчас попробуем. Вот такой цвет. Все баночки по 25 миллилитров, повторюсь. Насыпано достаточно много, поэтому пигментов хватит надолго. Но даже без фиксера очень хорошо все втирается. Сейчас подсохнет. Подождем, когда все подсохнет, и посмотрим дальше. И протестируем еще желто-коричневый фильтр. Такой цвет. Как видите, тоже полная баночка. Хорошо растекается. Конечно. Немножко делаю неправильно все, но просто на примере показать, как что выглядит.
Так вот выглядит черная смывка. Попробуем смывочку. Нету глянцевого лака, чтобы она растекалась, но даже без глянцевого лака видно, что у нее хорошая текучесть. Поэтому по глянцу, я думаю, будет все отлично. Да, очень хорошая текучесть. И очень хорошо контрастно ее видно. Подсохнет, посмотрим, не уйдет ли ее цвет. Фиксер местами уже подсох. Ну, попробуем растушевать. Наверное, поспешил. Сейчас все подсохнет. Посмотрим еще пигмент ржавчина коричневая на эффект ржавчины застарелой. Все хорошо видно. Ну, теперь дадим какое-то время, пусть получше подсохнет все. Подождал около 5 минут. Вроде бы все более подсохло. Конечно, когда тоже буду наносить на модели, я не буду так спешить, выжидать какое-то время побольше. Ну вот, видно, что я поспешил тогда, фиксатор еще не подсох, но что здесь вот растирается, но на фиксаторе остается на месте. Сверху, когда капнул фиксатор, как-то пигмент аж растворился, но тоже держится вот очень крепко. Здесь можно взять такие эффекты вот стеков. Как бы держится. Сейчас попробую White Spirit'ом убрать излишки.
Да, продукция очень хорошо держится, очень устойчивая. Сейчас подождем, посмотрим, что получится. Сейчас попробуем здесь. Как видите, фиксер не сильно съел пигмент. Даже можно сказать, вообще практически не съел. Но хорошо его закрепил. Сюда попробуем побольше капнуть и растушевать. Под углом стоит, потекло. Сейчас подсушу кисть. Тоже подсохнет. И попробуем пройтись по эффектам. Сначала по ржавчине. По грязи. Очень хорошо растворяется white спиритом, поэтому попробую в своих видео развести их white спиритом и наносить с аэрографа на модель. Здесь так растушую. А здесь вот дадим подсохнуть, посмотрим, что получится. Как видите, хорошо растерся. При желании лишнее можно white спиритом удалить, если много его нанести. Здесь хорошо все растерлось. В целом продукция мне очень понравилась. Посмотрим теперь, как она будет смотреться и держаться на моделях. Ну, начну испытывать ее на королевском тигре. Спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, заинтересовались продукцией. Если заинтересовались, то приобрести ее можно в интернет-магазине «Я моделист». Спасибо, друзья. На этом заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким.